Иногда собака не только друг человека, но и коллега. 21 июня в России День кинолога. Профессиональный праздник всех, кто работает с четвероногими стражами порядка. Служебный пес незаменим в поиске взрывчатых или наркотических веществ, а также преступников. В отряде ОМОН Ивановской Росгвардии 4 специально обученных поисковых пса. С каждым работает свой кинолог. Бывает со щенка, бывает так, что собаку нам выдают уже в годовалом возрасте. После чего она также проходит обучение совместно с кинологом в учебных центрах и с дальнейшим прохождением службы в отряде. По словам кинологов, заставить собаку выполнять команды лишь при помощи муштры нельзя. Задача кинолога – заслужить доверие и уважение пса. Сергей и Рекс служат вместе уже 4 года. Сейчас пес понимает и выполняет десятки голосовых и жестовых команд. Бежать. Сидеть. Хорошо. Ко мне. Когда взрывотехническая группа в составе саперов, кинолога и служебного пса выезжают на место взрыва, именно собака работает первой. Ее задача – осторожно обследовать предмет. Обнаружив взрывчатку, пес садится или ложится рядом. Кроме физической подготовки, учебы и выполнения служебных обязанностей, кинологи заботятся о своих четвероногих коллегах. Накормить, напоить, расчесать четвероногого ОМОНовца – все это тоже ложится на плечи кинолога. За годы работы это перерастает в настоящую дружбу человека и собаки. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.